Привет, меня зовут Рубен Топкарян, и это второй уровень обучения губной гармонике. Начнем с домашнего задания. Сегодня мы научимся играть песню «Как под горкой под горой». Первая часть будет играться тихо, а вторая на средней громкости. Итак, давайте попробуем ее спеть. Основная нота. Нота до. Как под горкой под горой торговал старик золой. Теперь громко. Картошка моя вся поджаренная. Хлопаем на ударные слоги. Как под горкой под горой торговал старик золой. Картошка моя вся поджаренная. Посмотрим, как увидеть нашу громкость на практике. Итак, возьмем стакан с водой, трубочку и будем дуть в трубочку и петь одновременно, и следить за пузырьками. Не забывайте вдыхать. Итак, по наличию пузырьков можно увидеть, насколько громко вы поете, то есть как сильно, насколько динамично вы выдыхаете. Давайте посмотрим ту же самую мелодию на пианино, как здесь будет показана громкость. Теперь попробуем то же самое сделать на гармонике. Итак, с ноты до это четвертый выдох. Ваше домашнее задание. Сыграть новую мелодию, при этом хлопая ритм по колену. С вами был Рубен Топкарян. Увидимся на следующем уроке. Желаю успехов в обучении.